Сегодня у нас, конечно, большой, красивый праздник. Но, увы, сегодня мы прощаемся с этим легендарным, прекрасным зданием, потому что буквально через несколько дней будет происходить снос, демонтаж этого здания. Почему жалко? Жалеем. Потому что в это здание была вложена душа, сердце, мастерство, которым мы владеем, мы отдавали полностью нашим горожанам. Он дал действительно талантливые коллективы, талантливых певцов, талантливых просто людей, которые действительно ходят здесь, посещают. Мы очень благодарны нашему зрителю, который, несмотря на наше тяжелое время, когда действительно надо торопиться с работы, домой, с детьми, они здесь, у нас, на наших мероприятиях. Мы очень переживаем и боимся, знаем прекрасно, что кризисный год, и что вот нам удастся, если построить этот новый дворец культуры, то это будет большим достижением не только гагаринцев, но и всего нашего города Якутска.